только этого, двойного опыта, то есть с этим связано. Поехали. Ребят, это был эпичнейший, короче, переписка. Пацаны, какая кнопка вызывает стюардессу? Больни в кабину, если знаешь. Я в Гале устал, да вот уже сидеть просто. Понятно. Чё, диговцы не помогут, я так понял? Нет, не помогут. Тогда нам пиздец. Да, без тебя. Я второй взял. У нас, мы на Hellas Substation, там, где мы летели, помнишь, в Дизинке? Да все, мы не все. Да ладно, там. Не сильно мы спокойцали. Дерево! Не ссы, я не первый день летаю на Galaxy. Не стрелять, блядь, никому. Свои друг друга. Высота, внимание, высота. Зачем низко заходить? Не надо низко. Привыкла к костылям, без поручней уже мне не подняться. За темные леса унес меня с большой мама. Как мне твоя любовь сквозь пальцы, как песок. Товарищи по тюрьмам дорогила. Кому по барабану, а кому все равно. Мама-ма! Из дома твоего словам моим ты знаешь цену. Но завтра я клянусь, я прошу, разрешу. Мама-ма! Забрежет черный день, и снова утро, будто после боя. Я приземлился намертво, кому же мне теперь, мама? Зерк, если потянется, как бы шансы-то, в общем-то, есть. Короче, это все постная хуйня, пускай они давят со своим скайдоком, пока их меньше не станет. Да, вреш. Лица прохожих похожи на лица убийц. В горле поет метафизика слов. Если сегодня, то завтра, что было вчера. Дождь и земля, черно-красная кровь. Идет война! Идет война! Идет война! Они против нас!
даже на тысячи глаз и фонарь. Ночь битой, сука, из ямы обид скулит. Осень пропала, а после пропал февраль. Песня сама о себе пустотой говорит. Руки убийцы, в принципе, руки толпы. Что это значит, никто никогда не поймет. Это все правила новой борьбы. Веру в свободу никто никогда не убьет. Идет война! Идет война! Идет война! Они против нас! Они против нас! Они против нас! Они против! Да и что это осада расстояния? Я бежал. А что дальше? Есть бекон для черескова. Охуенная функция, 12 унций заебательского стафа. На дне шкафа, быдлан с высушенными мозгами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Суровый взгляд между домами спального района. Покореженная кровля старых ракушек. Бомжи, грабежи, ушлый дворник. Засратый дворик переходит торгаши морепродуктов сухофруктами. Райский уголок для гастарбайтеров. Казенная хата, новая лопата и все пиздато. Ужин с последней банкой томата. В кармане мятая банкнота. Беседы о сиротах Доминиканской республики. В новой рубрике «Комсомольские правды». Храбрые пацаны и немытые фасады. Детские сады, мундиры, командиры. Третий квартал, разборки с местными властями. Ну вас нахуй с такими пирогами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Даже если еле-еле дышит, обе денег ищет. И похуй на тебя, похуй на то, что ты хотел услышать. Отрав едет крыша, умирают мозговые клетки. Пацаны на стрелке мутят подставные сделки. Всегда в своей тарелке, всегда удутый в хлам. Я грязный, ношу больше белого, чем куклукс-клан. Я с кутузы, грубый парень, но я музыкален. Обе уникален, ты всего лишь Вуди Аллен. Послушай, парень, я вам в рэпе не оставил мест. Оби-Ван на вашей побочке поставил крест. Мой текст как бесплатный кекс, всегда вовремя. Тронь меня, и я взорвусь, как шаровая молния. Оби-Ван Кеноби — это Кутузовский проспект. Кутузовский респект, знай, что лузера мест нет. И курицам мест нет, эти улицы нас ждали. Всем похуй на твой рэп, и ты тусуешься с бомжами. Тусуешься с бомжами и приходишь к нам с ножами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Керосиновая лампа в бытовке на стоянке. Робкий пехотинец, сватники, податый сторож, дядя Ваня. Нулевый Геленваген, план перехват погони в Бирюлево. Мудовый миссис контролера в Южном Бутово. Неполадки с бортовым компьютером. На столе остатки курева. Товар навар, невольно в голове молюю новый трафик сбыта. ДТП, Варшавское шоссе, разбитый рафик. В подвороте небольшая свита с битами. Сигнал на пульт, разборки с полными лохами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Ну вас нахуй с такими пирогами. Поставил Сандер. А вот Фок Вор, он на Сандере или на Галакси? БДП. Вор.
Сандер я на мосте поставил. Так, у нас бекона твоего нет. Да, на бекона моего. Так. Читно. Все. Что там, радары, что они филеи вынизи убивают там? Все собрались на точку уже. Вылазьте из танка, они ему не пригодятся. Да. Сид! И сюда. Да. Остальные что? Танк возможно. Бейте. Ща тут нельзя. Остались? Похрен с ним, пускай выходит. Пошли. По ассисту сносите моську. Экселленс, вылезай. Я боюсь, он еще упадет. Черт. Естественно, что много снайперов. Кто-то погибает, кто-то подымает. Не возрождается. Кончились патроны.
не бежать. Там для нас с тобою, там для них нет места. Clear.